Добрый вечер, дорогие ребята. Мы рады встрече. Юрочка, а почему вместо приветствия? Что-то случилось? Ты заболел? Или с кем-то поссорился? Или не наигрался? Да, не наигрался. Играл я в машинке. Младший братик пришел. И давай все разваливать. Я начала рисовать, а сестренка тут как тут. Хочет порисовать. И отбирает краски. Я в ванную мыльные пузыри пускать. А они все как на... бросятся, как налетят. Давай мыльные пузыри по всей квартире дуть. Шум, гам, лужи. Но смеху было. Только когда мама вернулась, досталось мне, как самому старшему. Они играли, а мне отдуваться пришлось. Обидно. Да, ситуации не позавидуешь. А знаешь, Юрочка, я знаю, как тебе помочь. Во-первых, хочу тебе сказать, что ты большой везунчик. Это почему? А потому что очень многим детям повезло не так, как тебе. Это почему? Потому что у них нет братиков и сестричек, с которыми можно пускать мыльные пузыри по квартире, устраивать шум, тарарам, необыкновенное веселье. Это почему? Да потому что их родители даже не догадываются, как здорово иметь не одного, а двоих, троих или даже четверых малышей. А это почему? Это все потому, что у них в детстве не было ни братиков, ни сестричек. Бедные они, понимаешь? Угу. Ну что ты заладил? Угу да угу, давай лучше играть. Ты же сам говорил, что не наигрался. Давай наверстывать. Давай, а во что играть будем? А можно я предложу? Есть столько замечательных игр, в которые можно играть всей семьей. Всем будет весело. И что немаловажно, дело обойдется без луж и обид. Ух ты, как интересно. Дуняша, я готов. Давай уже начинать скорее. Я тоже готова. Ребята, а вы готовы играть с нами? Ну что, тогда начнем. Игра называется «Зайцы». И все, что нам нужно для этой игры, это наши руки. Умеете вот так делать? Получается? Да. Замечательно. Кладем ручки на стол. Пальчики расслаблены, они отдыхают. А стишок начнется, прыгать начинает. Вот так, смотрите, по очереди, видите? Попарно большие, указательные, средние, безымянный, мизинчик. Понятно, как будем играть? Да. Итак, тили-мили-тарара, начинается... игра! 10 серых зайцев дремали под кустом. И двое вдруг сказали, охотник вон с ружьем. Двое прокричали, давайте убежим. А двое прошептали, давайте помолчим. Двое предложили, мы спрячемся в кустах. А двое вдруг спросили, он может сделать бах? Бах! Выстрелил охотник, нажав ружья курок. И 10 серых зайцев пустились на утек. Ну как вам игра, понравилась? Как здорово! Это игра для нашей семьи. Наверняка всем понравилось. Мне тоже понравилось. Давайте еще поиграем. Ну, право не знаю. Вообще-то уже спать пора ложиться. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Давайте сыграем еще в одну игру. Она называется «Два козлика». Приготовили наши ручки. На обеих ручках прижимаем большими пальчиками средние пальцы и безымянные пальцы. Вот такие ручки получились. А теперь начинаем игру. Как-то раз кому-то в гости шел козленок через мостик.
А навстречу шел другой. Возвращался он домой. Два рогатых глупых братца стали на мосту бодаться, не желая уступить и другого пропустить. Долго козлики сражались, разбегались и толкались. Вдруг с разбега лбами бух! И с моста в водичку плюх! Еще! Ну ладно, хорошо, еще одна игра, только на сегодня последняя, хорошо? Хорошо. Называется она «Пчелки». Одну ручку поднимаем вверх и растопыриваем пальчики. Это елка. А вот пальчики второй ручки мы собираем в кольцо. Вот так, кольцо, все пальчики, Юрочка, все пальцы. Это у нас улей. Улей прижимаем к елочке. А теперь играем. Домик маленький на елке, домик пчел. А где же пчелки? Заглянули. Надо в домик постучать. Раз, два, три, четыре, пять. Я стучу по елке. Где же эти пчелки? Стали пчелки вылетать. Надо пчелок всех поймать. Если бы не мультфильм, я бы до утра играла. А мультфильм уже заждался. Ура! Давайте смотреть мультфильм. Ну что, понравились вам сегодняшние игры? Очень понравился. Какой интересный был вечер. Только спать очень хочется. Это потому, что пора ложиться в теплые кроватки и спать. Спокойной ночи, ребята. Приятных снов. Пусть вас оберегает ангел-хранитель.